Станция «Без имени» стала одной из ключевых грузовых станций Куйбышевской железной дороги. Железнодорожная станция «Безымянка» является первой по значимости в городе Самара. Здесь обслуживаются крупные предприятия города – ракетно-космический центр «Прогресс», Самарский жиркомбинат, Самарский подшипниковый завод, Самарский гипсовый комбинат. Сегодня «Безымянка» в месяц производит выгрузку 1600 вагонов, а погрузку 23 тысяч тонн. За 10 месяцев 2014 года было погружено 5122 вагона. Это более 200 тысяч тонн груза. В месяц с контейнерной площадки отправляется около 1000 крупнотоннажных контейнеров. За 10 месяцев 2014 года со станции «Безымянка» было отправлено более 72 тысяч вагонов. А основана «Безымянка» еще в далеком 1884 году, как разъезд Оренбургской железной дороги. Первое упоминание о разъезде «Безымянка» нашлось в отчете Оренбургской железной дороги за 1884 год в разделе о расходах на ремонтные работы на дороге, в том числе и на разъезде «Безымянка». Тогда магистраль была еще одноколейной. Чтобы увеличить пропускную способность железной дороги, строили небольшие разъезды. К концу 1903 года на дороге количество разъездов достигло 76. Большинство носили имена близ лежащих селений. Название «Безымянка» разъезд получил из-за своего расположения в степи на окраине города Самара. По соседству ни поселков, ни других географических ориентиров. В общем, «Безымянка». Дорога быстро развивалась, перевозила все больше грузов, и для бесперебойного движения поездов требовалась хорошо оснащенная ремонтная база. В 1914 году здесь началось строительство Самарского железнодорожно-ремонтного завода по производству запчастей для подвижного состава. Были заложены первые корпуса, построены вспомогательные помещения. Но началась Первая мировая война, и стройка была заморожена. Весной 1932 года на «Безымянке» началось строительство нового транзитного узла. В 1940 году разъезд расширился до масштабов целой станции. Иначе и быть не могло. В те годы были построены такие столпы, как авиационный завод и «Безымянская ТЭЦ». Одновременно появились сеть железнодорожных и шоссейных дорог, водопровод, канализация и теплосеть. В годы Великой Отечественной войны через Куйбышевскую железную дорогу шел большой грузопоток, чтобы обеспечить фронт боеприпасами, военной техникой, горючим и продовольствием. В короткие сроки по Куйбышевской железной дороге на Урал, в Западную Сибирь, Поволжье и другие районы страны было перевезено оборудование самых крупных промышленных предприятий, эвакуировано свыше 10 миллионов человек. Я помню станцию с 1936 года. Станции таковой не было, только остановочные платформы, деревянные низкие платформы. Потом в 1942 году станция стала двухэтажное здание, и пути расширили. Непосредственно в Куйбышев срочно эвакуировали авиазаводы и другие промышленные предприятия из Москвы, Смоленска, Воронежа и других городов. Причем приехали и рабочие заводов. Так образовался жилой район «Безымянка». А 10 декабря 1941 года в воздух уже взлетел первый самолет Ил-2, выпущенный на Безымянской площадке авиационным заводом номер 1. В Безымянке очень богатая история, особенно во время Великой Отечественной войны. Она сыграла стратегическую роль в обороне как города, так и всей страны. Это легендарные штурмовики Ил-2, которые выпускались на наших предприятиях. И весь тот объем работы по эвакуации заводов, эвакуации граждан, все легли на
плечи тех работников, кто работал в то время. В это непростое время на дороге осваивались новые методы труда. Скоростное формирование поездов, безотцепочный ремонт вагонов, вождение тяжеловесных составов, отправление сдвоенных поездов. Для повышения пропускной способности участков с октября 1941 года на дороге была введена живая блокировка. Движение поездов было организовано расставленными на расстоянии видимости людьми, по сигналам которых устанавливалась очередность пропуска составов. Через каждые 7-10 минут шел поезд. То грузовой, то наливной, то пассажирский. Это были живые светофоры. Это люди за километр, за полтора стояли и охраняли хвост поезда. Поезд ушел, даешь сигнал, идет следующий поезд. В 1944 году введен в эксплуатацию первый на дороге электрифицированный участок – Куйбышев-Безымянка. Стрелки все автоматические стали, а тоже были они ручные. Так было много народу, стрелщиков, на каждую стрелку был человек. Параллельно с электрификацией дороги шло и развитие станции, исключительно по нарастающей. 1961 год – памятный год для Безымянки, поскольку была введена в эксплуатацию контейнерная площадка. В 1974 году контейнерной площадке присвоен статус городской товарной станции ГТС со своим руководством и штатом. Сегодня контейнерная площадка станции «Безымянка» является сетевым дорожным пунктом сортировки всех типов контейнеров. Кроме того, здесь производятся операции по приему, погрузке, выгрузке и выдаче контейнеров. Для этого на контейнерной площадке имеются 4 пути для погрузки и выгрузки контейнеров из вагонов. Станционная работа очень сложная, требует от людей максимальной концентрации, сноровки. Здесь не зазеваешь. Недаром на железке движенцы на особом счету. Можно сказать, элита железнодорожников. Каждый день что-то новенькое, что-то интересное, разные ситуации. Ну, их проходим достойно, считаю. Внимательность должна быть предельной, потому что зависит от этого отправление поездов, прибытие. То есть вот всегда нужно быть сосредоточенной. На протяжении последних 10 лет идет постоянный рост производственно-экономических показателей станции. Крайне перспективным направлением для развития Безымянки может стать строительство логистического центра в этом районе Самары. Эта станция, по мнению специалистов, обладает всем необходимым, чтобы стать такой площадкой. Здесь принимают грузы в вагонах, есть контейнерная площадка, недалеко аэродром в Смышляевке, есть даже выход на речные перевозки, неподалеку судоходная река Самарка. И в социальном плане Безымянка крайне важна. Здесь располагаются 4 пассажирские платформы. Электрички со всех направлений делают здесь остановку. Сегодня Безымянка – крупный пассажирский узел с развитой инфраструктурой. Коллектив станции «Безымянка» – это молодые, успешные люди, амбициозные и целеустремленные. Молодежь здесь не оторвана от своих корней. Здесь чтут традиции, в почете наставничество и преемственность поколений. Станция «Безымянка» не только молодой коллектив, но и люди уже в возрасте, которые уже поработали достаточно долго, с большим опытом работы. Вот. Достаточно хорошие наставники, которые учат нас, поддерживают. Ну и мы благодарны, конечно, за это им. 80% работников станции «Безымянка» – это молодые специалисты. Средний возраст станции – 33 года.
А молодежи что в наше время нужно? Это, конечно, либо социальная сфера, либо отвлечение от повседневной работы, это занятия спортом, различные мероприятия, выездные мероприятия. Поэтому мы стараемся, чтобы коллектив был сплоченный, выезжать на природу, устраивать соревнования. На субботник вместе, день железнодорожника тоже вместе. Никогда здесь не забывают о ветеранах труда. К ним особое отношение, почтительное. На каждый праздник какой-то памятный подарок. Приглашение на торжество, будь то Новый год или 8 марта, здесь каждый молодой специалист знает, кто не помнит свое прошлое, у того нет будущего. Железнодорог – вся жизнь. От каждого, грубо говоря, болтика до таких махин, электровозов, вагонов, пассажирских поездов. Конечно, это гордость вызывает, конечно. Станция Безымянка – самая любимая. Станция Безымянка – дружная. Станция Безымянка – надежная. Станция Безымянка – безопасная.